Хотел сегодня с вами уточнить я, а что же значит здесь быть и сейчас? Ведь это слово простое сочетание понять дано не каждому из нас. Давайте мы рассмотрим на примере, о чем мы думаем или чего мы ждем. В тот самый миг, в который, как мы верим, мы жизнь свою счастливую живем. Вот мы идем, а чувствуем мы обувь или давление тела на ступни, или того, кто впереди шагает рядом, или слышим мы хотя бы его шаги. Ведь если мы идем, не чувствуем мы шага, не видим мы почти что ничего, мы в тот момент обдумываем завтра или рисуем планы на весь год. Домой придем с рассеянным вниманием, на автомате вечер проведем, отпустим мы сознание в телевизор, пусть отдохнет после работы в нем. А ночью в мыслях снова постановка, калейдоскоп событий, лиц, дел, а утром, лишь проснувшись, сев на кухне, ты вроде ешь, а мозг твой улетел. Во время завтрака все мысли возникают о пробках на дорогах, накладных, приходишь на работу, начинаешь усиленно мечтать о выходных. Мы также любим вспоминать о прошлом, с друзьями выпивая вечерком. Как было классно, Федя, ты же помнишь, когда мы на рыбалку ездили вдвоем. А помнишь, Федя, были молодые, как беззаботно жили мы тогда, и были те денечки золотые, действительно счастливые года. И если посмотреть на всю картину, как с вами существуем день за днем, то по всему выходит, спим мы, по-настоящему мы с вами не живем. Находимся вчера мы или завтра, мы строим свои планы в голове, и нами же придуманные замки лишают же нас жизни на земле. Мы не берем даже 1/10 того, какими мы могли бы быть, из этого чудесного подарка, подарка под названием «Жизнь». Проводим мы подарок в ожидании. Все время мы чего-то, чего-либо ждем. Вот скоро мы получим в жизни что-то, и сразу же счастье мы приобретем. Но пока нам нужно, стиснув зубы, счастливого момента ожидать. Он скоро обязательно настанет, и сможем мы свое с лихвою взять. А как же донести до вас, родные, что не для этого родились мы на земле, а все, что нам по жизни будет нужно, все это сможем мы найти в себе. Ведь счастье — непридуманная птица, что может, если хочет, прилететь. Оно всегда по жизни с нами рядом, оно всегда в моменте прямо здесь. Оно внутри нас, вы уж мне поверьте. Ведь счастье — это наше естество. Мы просто в облаках всю жизнь летаем, не можем мы в себе найти его. Прошу вас об одном — остановитесь. Скажите «стоп», вернитесь с облаков. С открытыми глазами обернитесь и посмотрите мир вокруг, каков. А я уверен, если вы поймете, как мысли вас уносят в облака, вы скоро жить по-настоящему начнете, и след о вас останется в веках. Денис Овчинников, «Здесь и сейчас». Сборник «Ключи от рая».